Внимание, внимание, друзья! TFE Premium можно смотреть без лишних телодвижений на Boosty. Ссылочка в описании. Добро пожаловать в студию The False Emperor, друзья! В эфире новости, как всегда, у нас в студии... Никого нет, никто не приходит ко мне уже какую неделю, я здесь один. Я раньше любил понедельники, потому что мы записывали новости, собирались все вместе, ехали куда-то, кушали, рассказывали всякие истории друг другу, ржали над Лёшкой картошкой, теперь даже Лёшки картошки я не могу увидеть, но хотя бы Михаил есть Михаил. Денис. Рад тебя, черт побери, видеть. Хотя я его не вижу, потому что он снимает на камеру, а я снимаю на камеру, я только слышу его. Судя по голосу, Михаилу плохо. Михаил, ты как? Мне очень плохо, Денис. Я страдаю, я измучен вахой. Продюсером, вот. Который снимал до 4 часов ночи репорт. Да, народ, мы снимали тут батл репорт, так как, ну, у нас ограниченные возможности по съемке батл репортов, ну, вообще по съемке контента по вахе, как вы можете догадаться. Но мы снимали тут батл репорт до 4 часов утра, я чуть не помер от этого. Ну, чтобы вы понимали, вот. Правильный репорт должен получаться, когда там Марс, как бы, Венере, там, и так далее, там, повороты, это по фэншую, все. Не просто так, это целая технология, наука. Я вообще, кстати, знаешь, что хотел заметить? Знаешь, до этого даже момента всей нашей этой изоляции, и так ваха это составляла там большую часть моей жизни. Сейчас я просто живу только в вахе вообще. Я такой, боже мой, я вот сел, типа, там, не знаю, собрал рвар, ну, кто не знает, вышел ролик, типа, на премию. Собрал рвар, ну, покрасил на нее, снял про нее ролик, типа, смонтировал ролик, ролик вышел, пошел дальше что-то собирать опять по вахе, что-то снимать, что-то монтировать. Я такой, сижу, боже мой, что вообще происходит? Михаил, включи аниме там себе какое-нибудь для облегчения участи. А времени нету, Денис, аниме я не могу смотреть. Я согласен. Короче, типа, у нас вот такое вот самоизоляция, типа, отдыхайте. Работайте больше для нас, это получается. Но, друзья, что важное, в прошлый раз там у нас был пустопорожний выпуск, в этом все не так, потому что прошел студийный обзор миника от ГВ, они растянули обсуждение Адептикона на 3, по-моему, да? Да, они на 3, то есть все, что должны были показать во время Адептикона, получилось 3 студийных обзора, растянутых, ну, на 3 недели, и, ну, конечно, как бы завершение получилось хорошее, забегая наперед, но в целом вот это плохое было явно решение, делить это, дробить на 3 эти выпуска, потому что первый, который был, получился говеным, на самом деле. Ну, там почти ничего не показали. А то, что показали, уже тизерили до этого. Второй тоже такой себе. И вот третий неожиданно хороший, но как бы первые два уже подмочили репутацию. При том, что покажи они все это за раз, народ бы такой: боже мой, его просто натирался бы этими релизами, а вот. Ну, они, наверное, решили, что я. Как бы, если мы сейчас все покажем, потом будет сидеть без информации, нам что-то нужно показывать, поэтому давайте понемножечку. Но в результате, да, получилось немножко негативненько. Тем не менее, это не уменьшает классных вещей, которых мы вам сегодня расскажем. И первое, просто у нас пушка-бомба, это новый Иллюминор Церас. Огромный, мать его, паукан просто такой, который еще и четырехрукий паукан. Паукан, который теперь еще и пария у нас из-за какого-то куска камня на плече. И, как мы уже выяснили, даже Денис, любитель покритиковать миньки и говорить, типа, о, тут слишком много деталей, он перегруженный, говорит, нет, у него немного деталей. Поздравляем всех любителей Фандекса имперских роботов. Вот, то, что вам наконец-таки выдали такого, ну, действительно красивый характер, думаю, даже игроки не за Некрон, ну, все согласны, что выглядит он прям очень круто. Действительно, все в нем в порядке, здесь как бы вроде деталей много, но правильно сделаны акценты, там прям у него выделяется четко, где у него голова, что там идет, коса, вот эта его энергия выкачивания из чувака, камень вот этот, который как раз у нас в 9 дюймах теперь перила псайкером на любые дубли раздает. И, возможно, просто он типа костлявый, они не смогли много деталей нанести на тело его. В общем, короче, получился хороший чувак. И это все часть психоавейкинг паре, где этому парню предстоит девчонка-инквизитор. Зовут ее Кирия Драксус. Радикалка, носящая с собой на вооружение шурикен катапульту и попугая дракона Шанга. Мне понравилось, Михаил не очень. Ну да, она какая-то, как по мне, то есть, не, вот
просто в вакууме прикольная броня такая, ну, как бы уникальная какая-то стилистика, там какой-то кулачок у нее свой собственный, ну, башка уродливая, понятное дело, но при этом, как бы, в контексте Вахи вот какая-то она такая, ну, не знаю, то есть она не похожа на имперку, скажем так, какую-то такую прямо, ну, вот броня у нее какая-то слишком гладкая для империума. При этом ксеносов с такой броней у нас, по сути, нет. Ну, то есть, можно там подтянуть это, наверное, каким-нибудь к стилистике Dark Eldar. То есть, можно сказать, что это какой-то Dark Eldar-ский Power Armor у нее получился в итоге. Ну, какая-то, не знаю, она такая мя. С другой стороны, она хорошая возможность для конверсии инквизиторов. То есть, ты берешь, просто отчекрыживаешь ей эту страшную лысую голову, приделываешь туда любую голову, какую хочешь, вот тебе, пожалуйста, инквизитор. Ну, оружие там заменил, вот этот вот шурикен-пистолет на какой-нибудь там болтер или еще там что-нибудь. Не такое сравнение пришло на ум, это как москвичка, которая любит ездить в Питер. Вроде как, ну, все по-московски, но вот у нее там этот шурикен-катапульт. Кстати, с ним не очень я так понял, потому что, ну, вот оружие поднять, побегать, пострелять, это одно дело. Но если она им вооружена, соответственно, там, что она делает с боезапасом? Как она обходится с обслуживанием его? Мне не очень понятно, если честно. Ну, вот, и по идее, как бы, насколько я знаю, шурикеновый катапульт, у них достаточно большой должен быть боезапас, потому что там вот этот кусок у них этого... сыра. Этой кости и сыра, да, и он, типа, нарезается в тонкий, типа, слой, и он выстреливает этим слоем. По идее, боезапас должен быть большой. Но при этом, с другой стороны, что по поводу обслуживания, типа, оружия Эльдара, вообще, по-моему, такой инфы никогда не было. Может быть, конечно, где-нибудь там в какой-нибудь книжке от БЛ это где-то проскакивало, что там, типа, оружие Эльдара никогда не надо обслуживать, и оно само себя там восстанавливает, может, такое, я не знаю, потому что вставили какой-нибудь камушек с душой какого-нибудь великого, как его там, не знаю, оружейных дел мастера эльдарского народа, и он поэтому восстанавливает его, но я чуть не в курсе про такое, вот. Окей, если вы знаете, как там нужно ли обслуживать шурикен катапульт, пишите, пожалуйста, в комментариях. Такой стреляешь, и вот как раз делаешь 50-тысячный выстрел, такой пум, и у тебя такая лампочка, такая чек engine загорается. Да. Обратитесь к ближайшему варлоку. Окей, значит, Seek Awakening, пария, которая выйдет... неизвестно когда только. Ну да, потому что с нынешней ситуацией в мире все релизы ГВ, они как бы, ну, крупные, ну, по сути вообще, на самом деле, почти что все, они откладываются непонятно какой период, потому что у нас еще есть до сих пор Psych Awakening, который, как он, Engine что-то там, ну, короче, промехов и найтов, это должен быть следующий, он непонятно когда выходит, за ним выходит еще Война Паука, а только после этого выходит Пария, вот это. А мы знаем, что ГВ не любит, ну, в принципе, правильно делает, прямо сувать эти релизы вот прямо впритык, прям там неделя в неделю, вот такие крупные настолько. И то есть большой шанс, что мы вот эту парию увидим там к концу лета, а то и позже. Ну, то есть все на паузу встало, но информацию какую-то нужно давать, и уже было запланировано, что на Адептиконе все это выйдет, поэтому мы как бы стали гораздо сильнее смотреть в будущее, хотя не все это могут, не только лишь все. Друзья мои, еще пара эксклюзивных миник для 40К, и это прям даже как-то клево, потому что их должны были продавать только на Адептиконе, но, как вы знаете, он не случился, поэтому можно будет заказать на этой неделе. Это, кстати, единственный Next Week, у нас, собственно, уже Next Week к этой неделе относится, но тем не менее. Предзаказ для сестры Торианы Палас, и тут у нас с Михаилом тоже разделились мнения, он, ему нравится арт, и не нравится Минька, мне не нравится арт и нравится Минька. Но я могу свою позицию так, типа, описать. Просто на арте она прямо вот, ну, такая элегантная. То есть у нее прямо за счет того, что она как бы так боком стоит, у нее прямо, при том, что как бы странно, да, это она в Power Armor, вот этом своем сестринском, но при этом у нее прям такая талия, то есть фигура эта вся видна, и лицо у нее какое-то такое, ну, оно красивое лицо у нее, вот. Да, может быть, немножко странная поза, но тем не менее, она выглядит прикольно на арте. А на Минке она такая, ну, просто такая женщина стоит боком, такой, у, я тебя своим болтером ублю, грязный там хасит, не знаю кто. И лицо у нее, ну, тут может быть там покрас, типа, разница, то есть она просто нормальное лицо, но на арте оно красивое, а тут оно просто нормальное. И, естественно, нет такой прямо красивой фигуры. Но тут я понимаю, что скорее проблема именно в том, что в Вахе у нас такой, как бы, скейл специфичный у миник. И за счет этого элегантную миньку в Power Armor сестринском, наверное, тяжело сделать. То есть она просто иначе на фоне других сестер, которые уже вышли, она будет выглядеть как-то непонятно. То есть, типа, вот у нас есть
сестры, которые вот у них, ну, броня, она броня. То есть, да, у нас там есть, например, кто там вот выходили, подружка Желемана, как ее зовут, Иврейн. Она-то, понятное дело, она почти без брони, поэтому ее можно сделать какой-то, ну, как бы, типа, элегантный, такой, типа, худой, там, все такое. А эти в Power Armor'ах сестры, вот они стоят и стоят, и если эту сделать, типа, тоньше, условно даже талию сделать, будет выглядеть очень странно. То есть она какая-то дистрофичка, у которой специально утянули, что ли, Power Armor. Вот. Но вот из-за этого красота страдает. Я грущу и плачу из-за этого. Душу. Моя позиция, друзья. Значит, мне кажется, на арте она несколько непропорциональна. Также на арте она явно объективирована. Почему феминистки до сих пор молчат, не понимаю. А вот что, на Мике... Что в этом плохого, Денис? Я не против, я-то не феминист. В Минке у нее действительно она сделана как нормальные все сестры в своей броне, и с лицом все замечательно, симпатичненько, прям шрамы красит женщину, все такое, причесочка. Не так часто у ГВ хорошо получается, особенно посмотреть на тех мужиков, которые в главном релизе присутствуют. В общем, мне Минька нравится. И вместе с ней выходит... вернулся тот самый Ахигао Либрарий в термоарморе, который мы еще то ли в конце прошлого, то ли в начале этого года видели и ржали с него. Его зовут, сейчас скажу, Лексиканум Варус. Главное, Ахигао лицо Вахи просто в истории. ГВ, как всегда, в трендах, все такое. В общем, самый цимис того, что эти миньки можно сейчас заказать. Они придут, конечно, к вам фиг знает когда, но, типа, не нужно было ехать на Адептикон. Сыны Бехемата, друзья мои. Гачи-гиганты для Осика. Наконец-то заявлены на Адептиконе. 3 штуки различных. Непонятно, будут ли еще какие-то, но вот эти парни уже есть. Это огромные гигантские фигуры. Они больше, чем прошлый гигант. Вот есть даже сравнение. И, судя по всему, больше, чем гарганты. Вот эти огромные там драконы и прочее. Короче, как мы и предполагали, кодекс найтов в Осике. Спасибо сороковнику за бета тест. Но при этом, как бы, мне кажется, вообще пофиг там то, что это большие там типа модельки и все такое. Главное это показать того, что ГВ, оно как бы живет в медийном пространстве, они знают все эти мемесы и все такое, и вот сидит какой-то дизайнер такой, и он такой, блин, вот мне не дают вот гачи тему впихивать в мою любимую вселенную, над которой я работаю, и тут он такой, вот что я сделаю, и он сделал тот самый мем с Deep Dark Fantasy с этим чуваком с этим черным капюшончиком, так что тоже люди работают в ГВ, любят они мемесы всякие, и гейские тоже мемесы они любят. Да, в общем, не забывайте, когда будете собирать этих парней, рисовать ремни перекрестные у них, ну, в покрасе и так далее. Ну, короче, большие голые мужики. Что может быть лучше? По детализации отличные. Ну, как бы там сложно композицию вообще нарушить. У них как бы там центр композиции животик такой, да, там сверху тыковка головы торчит. Ну, опять же, там у кого-то в руке какие-то чуваки, там у кого-то мешок с трупами, там еще что-то сделали. Интересно, прикольно. Что по правилам, естественно, пока неизвестно. И, возможно, это отличный вариант для людей, которые не хочет двигать коробки, там бесконечный крыс, как раз хотел там три миньки на все про все, там вот, пожалуйста, сыны Бехемат. Их можно будет как наемников брать в любую армию, вот еще что. То есть в Deep Dark Fantasy во все поля. Волшебница люминетов в Скинарии Каталар. Она что-то как-то, видимо, от коронавируса защищается. У ней ленточка туалетной бумаги поверху намоченная. Mm-hmm. И еще целая пиала там с какими-то черными курениями жуткими. Это соевый соус, Денис. Устерский. Да, устерский. Особо про нее сказать ничего не можем, кроме того, что она там использует эмоции, в которые в кристалл помещает люминеты, для того, чтобы, значит, всех пороть этой магией. Она, собственно, заканчивает релиз люминетов. Далее. Первая Нихаус банда для Варкрая. Каенит Shadow Stalkers. Пока показано только три миньки. Причем руководит ими баба какая-то. В, правда, непрозрачном шлеме, как у варлоков в Саракете. Мне кажется, она вот для конверсии отлично подойдет. Вообще отлично, да. И если Повелители Ночи иносказательно облачаются во тьму, то эти ребята делают это на самом деле. У них такие плащи, как бы видно, что они там как бы заворачиваются в какую-то темную материю, что выглядит очень прикольно. Опять же, ждем, там будет где-то 10 миник, как мы понимаем. Еще 7. Но это типа Дарк Эльдары просто прибежали в разборке хаоситов, что-то там хотят набраться полной рты опыта. Мы одобряем. К нам, кстати, покрасили наш Warcry стартер. Только мы не можем его получить.
Но уже хотим. Я тут это немножко понял, что я уже соскучился по киданию кубов на всей этой теме. Вот Михаил там смог заставить продюсера покидать. А я не весело, могу. Кстати, да, вот когда ты месяц не мог играть и поиграл, и такой, прикольно. Далее, друзья мои, коробочка Ascension, завершающее дополнение для Blackstone Fortress. В ней огромные миньки дронов, типа это дроны-боссы, вы видите, типа нормальные на картиночке, и вот эти две минички огроменные, у кого-то там в лапках дрон-детеныш, так мило. Это мама с детенышем, ты должен ее убить, потому что кто-то, ну, ты, роги-трейдер. Они невзрачные какие-то, ну, на самом деле. В целом, да. То есть, когда они релизили, например, там какого-нибудь Амбула, да, Амбул все-таки такая, ну, как бы какая-то зверюга, там, у которой из жопы там лезут какие-то жуки, там еще что-то. А это, ну, там были такие маленькие невзрачные роботы, большие невзрачные роботы, ну, типа, спасибо. И стилистика, опять же, Вахи у них очень слабо наблюдает. Ну, то есть, вообще там нет никакой стилистики Вахи как таковой. И, естественно, там новые сценарии для отыгрыша, там какого-то негодяя в третий раз побеждает. И как бы на этом все, Blackstone Fortress или как? Завершающее. Наши полномочия, все, да. Вы пошли, Blackstone Fortress, до свидания. Ладно, возможно, как бы они и не замышляли, что это будет завершающее, но, видимо, там интерес, например, спал, все положили на коробку на полку, и они может, решили, это будет просто как, типа, конец первого сезона. То есть там они сделают типа второй сезон. Новая Blackstone Fortress. Да. Еще более черная. Еще более Fortress. Deep Dark Fortress. Deep Dark Fortress. Новая команда для Bloodball'а. Снотлинги. О-о-о. Думали, халфлинги мелкие? Нет, есть снотлинги. С боевой насосной вагонеткой. Что вы делаете с помощью этой вагонетки, дорогие снотлинги? Насасывают. Вооружены сковородками и грибочками, а также рогатками. К сожалению, Алексей, он сейчас работает на правительство Российской Федерации и не может нам помочь со снотлингами. Я думал, он бы сказал, ну, типа, ну, снотлинги. Да. Ну, и мы тоже самое скажем. Да. И на сладенькое мы оставили Саула, мать его, Тарвица, тот релиз «Детей Императора», который мы заслуживаем. Ну, в общем, это чуть ли не единственные положительные герои «Детей Императора», который был где-то там в 31-м тысячелетии. Я когда... хотел сказать отрицательный, Денис. Ты прав. Саный лоялист. Короче, в первой трилогии «Возвышение Хоруса», «Галактика в огне» и еще какая-то третья книга, одним из положительных героев, типа, который, значит, был до последнего верен императору. И когда он понял, что, ну все, сейчас ересь случится, Хорус там уже не с нами, и лояльные войска, которые высажены были на Истван-3, их просто сейчас бомбардировкой сметет, он их предупредил, и они смогли как бы укрыться от бомбардировки и потом вступить в сражение. Сражался с самим Люцием, победил его по бэку, но это было 10 тысяч лет назад, и он уже давно мертв. Но вот такой был, значит, когда-то. Там тоже непонятно, чего он капитан или лейтенант, везде данные не совпадают. Но мы задали нашему бэковому отделу задание, чтобы все это было выяснено. И я надеюсь, на следующей неделе, возможно, к концу этого у нас уже будет рассказ про этого парня на канале. Миньку обсудили? Минька, да? Да минька, как минька, не знаю. Просто как очередная вот эта минька этих от Фарджи. У него из уникального, разве что то, что опять лицо Кипелова у него. У нас как бы очередной воин Кипелова в мире Ваки. В принципе, у нас все такие. Конечно, большинство из них сконцентрированы в Аосе, но и вот в 30К вот тоже вам, пожалуйста, если где-то не хватало одного Кипелова, то будет еще один. Ну, просто Кипелов – икона благородного воина. Вот с него все рисуют. Ну, да. И там такой должен быть «Дай руку мне, Хризактон». Ту-ру-ду-ду-ду. Вот. В общем, мы, конечно, ждали немножко другой релиз «Детей Императора», но, тем не менее, для 30-ки тоже готовы. Хотя, опять же, мы вот тут рассуждали, что важно или не важно. То есть в 30-ке, понятно, это время легенд, там куча именных персонажей, там конкретные легионы, все понятно. В 40-ке немножко по-другому.
Например, я себе представлял всегда, что все существующие как бы чаптеры — это скорее для того, чтобы тебе было на что опираться, когда ты создаешь свой. И нужны ли нам в Сорокете какие-то именные персонажи больше, чем сейчас есть? Или наоборот, это будет странная вещь, как Драйга, который бегает все время из очка ужаса, поучаствовать в каждой разборке на 1000 очков? Ну, с другой стороны, знаешь, типа разборка на 1000 очков — это можно воспринимать как маленький кусочек поля боя большого просто, например. Тоже верно, да. Вот. А по поводу персонажей, почему это Денис эту речь завел, мы, собственно, говорили, то, что вот у нас в Сорокете сейчас странная ситуация с теми же детьми Императора, которые, правда, как бы вроде бы ждут, точнее, не вроде бы, а точно ждут релиза своего вот именно отдельного как бы типа кодекса. Просто получается так, что у Детей Императора сейчас по персонажам в Сорокете это есть Люций, который какой-то на самом деле пососный. То есть он даже в бэке, если подумать, то есть, например, взять там какого-нибудь Харна в бэке, он в каждой бочке затычка, везде бегает, там бьет кому-то рожи, его никто не может убить, его там только телепортировать откуда-нибудь могут и все. Есть там Риман, там, который тоже в каждой бочке затычка. Короче, все персонажи, они что-то делают. Люций что делает? Ни хрена Люций не делает. Он только песос сосет, по-моему, мне кажется. Да, как настоящий слонишек. Да, лучший там фехтовальщик, который постоянно кто-нибудь побеждает, и он в нем перерождается. Ну, короче, такой мя. Вот. Какой-то он, короче, невзрачный вообще какой-то абсолютно. Вот, по крайней мере, пока что. Вот. У него Минька, ну, точнее, даже арт, скорее, у него гораздо более, как бы, вызывает какие-то у тебя... Эмоции? Эмоции, да, нежели какая-то история его. С другой стороны, у нас еще есть Фабий, но Фабий — это как бы уже и не Дети Императора давно. То есть, это очень с натягом можно его назвать, что он, типа, относится к Детям Императора. И получается, и на этом все. Но при этом в бэке все еще есть персонажи, которые можно было в Сорокет водить, то есть того же Эйдолона можно было вести. Ну, не можно, а по идее, мне кажется, наверное, его и ведут, когда будут водить Детей Императора. Если будут, то, по-моему, прямо идеально будет водить этого Эйдолона ДПХу, потому что это чувак, который как бы, ну, ересь пережил, он грязный хасид, но при этом хасид, который максимально удачно устроился, у которого там жена демонетка, вот это все, и он, типа, живет себе в кайф, и у него мини в 30к, у которого волосы засасываются в его же собственный бэкпак, а ему пофиг и на это. Вот. Веселый парень вообще, хороший. Я квестирую аниме «Обычная жизнь» с моей женой-демонеткой. Из описания в 30к его, он как раз такой, типа, крутой чувак, ну, в плане, то есть он там всем дает известного места, типа, по башке, там, типа, всех стучит своим молотком, то есть он такой, типа, крутой воин, самый лучший чуть ли там не у Детей Императора. То есть, как бы, казалось, вроде бы это должен быть Люций, а вроде как это не Люций, а вроде как Эйдолон. Типа, ты такой, чё? Как вы считаете, стоит ли в Сорокет вводить больше именных персонажей или, типа, достаточно? Просто, опять же, может быть, ситуация возникнуть как с тем же там каким-нибудь Гуроном, который, скорее всего, по моим понятиям, где-то кто-то его придумал там из тех, кто работал в студии, когда-то собирал эту армию красных корсар, но сейчас уже как бы этого человека нет, и просто некому поднять упавшее знамя, они просто не знают, что с ним делать. Вот он там в бэке остается, как те же черные храмовники. Но хотя, с другой стороны, Гурон, знаешь, это хороший, как бы, если прямо не спамить вот этими персонажами, то Гурон как раз представитель того, как бы, отделения хаоситов, которых больше-то и нету. То есть, например, у нас вот у там ДГ, да, есть Тифус, ну, Мартарион, понятное дело. И вот введешь второго персонажа какого-нибудь у ДГ, они будут там соперничать между собой, да, понятное дело. А у Гурон — это как бы такое олицетворение всех сразу же хаоситов, именно ренегатов, которые, можно так сказать. По сути, ну да, так и есть. Другое дело то, что вводить других именно персонажей ренегатских, я не уверен, что они вообще будут. У меня тут такие, знаешь, это вывески, типа «Шок! Гарра возвращается в Девгард!» Он такой приходит, типа «Ребята, вы что-то обосрались». Дайте я обосрусь вместе с вами, да? Да. В общем, пишите, что вы считаете. Как? Хорошо бы было, чтобы больше было именных персонажей. Это бы сказалось положительно на играх и вселенной или нет?
Далее, друзья мои, Hammer and Bolter. Это новая анимешечка про двух сестер битвы, Элину и Агату. Мне кажется, они трансгендеры, судя по артам. Нет, Денис, вот так это выглядит, сестры битвы настоящие. Знаешь, я хочу сказать то, что вот с одной стороны, мне кажется, ГВ обосрались. Вот, ну, очевидно, презентация какого-то мульта и при этом показать только один, как бы, типа, скриншот и несколько артов, это какая-то, ну, совсем тухлая. Ну, мне кажется, просто уровень готовности вот такой. Ну да, ну то есть, мне кажется, лучше не показывать, по-моему. Но ладно, опять же, тут накладывается то, что вот это вот весь релиз Adopticon, размазанный у нас на большое количество времени, то есть покажи они все это в кучу, было бы не так плохо, возможно. Но, с другой стороны, если посмотреть, ну, по крайней мере, визуально, это такой какой-то, ну, интересный, по крайней мере, стиль рисовки. То есть, другое дело, надо посмотреть, как это выглядеть будет вживую. То есть, возможно, это будет так анимировано, что ты такой, боже мой, лучше бы тут не было. Ну, вот, да, были вопросы, а что не так с мультиками по Dead Space? Объясняю. Мало кадров анимации и очень схематично все нарисовано, достаточно дешево. Ну, то есть это вот эта школа американской анимации, которая сделана там за бутерброд, небольшой у них бюджет. И я такое сейчас смотреть особо не могу. Вот когда у нас на канале недавно прям буквально был обзор Vampire Hunter D. Просто сравните, какая там анимация, как все отрисовано. И вот это вот. И да, мы еще не видели, как это анимировано, но судя по тому, как изображены персонажи, скорее всего, это так. И опять же, вот про вопрос про страшных, типа, или симпатичных сестер. Как мне кажется, очень классный гротеск и контраст, когда лицо такое женское кукольное, но вот эта вот женщина, она в таком типа арморе с болтером и творит всякие непотребства. И это как я себе сестер представляю, что ты типа всегда ошибаешься, что вид ее внешний не отражает сути ее. Вот. Возможно, я в этом как бы не прав и просто должны все быть такие бабы, как мужики. Потому что здесь вот на картинке как раз, где у них концепт персонажа, это явно мужик пропитый просто в парике женском. А один еще монашескую эту штуку надел на голову, да? Да, да, да. Вот это типа в джазе только эти... То есть в сестрах только девушки. На этом у нас закончился студийный обзор. И следующие новинки не ждите раньше начала мая. Там должен был пройти еще какой-то ивент... Ну, будет, короче, ГВшный специальный ивент. Я забыл тоже название, мне вылетело из головы. Да, на него тоже были заранее назначены какие-то новиночки. Вот до этого, ребята, мы будем слухи собирать и прочее. Максимум. Солить их в банки. Да. Напоминаю, что на этой неделе будет единственное, что предзаказ сестры битвы и библиария эксклюзивных для Адаптикона. Берите сестренок, пока их не схватали, скорее всего, ее сметут просто на раз. И вывалились в интернет 4 страницы правил Deathwatch. Михаил, конечно, внимательно их изучил, готов высказать свою экспертную оценку. Ну, это прям, ну, то, что я и говорил. Deathwatch просто ГВ, я не знаю, что им вот не нравится Deathwatch. Deathwatch сосет песос, что я могу сказать, потому что... Deathwatch'у дали базовые стратегемы только, которые есть марские, и то не все. При этом еще ну, и... Ну, было странно, если бы они дали стратегемы с, например, Эльдаром, да? Они же мары. Тоже верно, да. Ну. Да. Вот. Обосравшись, естественно, с вордингами пары стратегем, потому что они скопировали один в один, при этом даже не задумавшись о том, что у Deathwatch'а так-то есть миксованные отряды, но да ладно... При этом они еще и обосрались в том, что дали те стратагемы, которых уже нет у маров, например, по поводу этих, как называется, доктрин? Нет, не доктрин, а... Да, доктрин, да. Стратегемы, которые запретили использовать марам, в свете того, что понерфили немножко доктрины, у Deathwatch стратегема есть. И как бы, ну, ГВ, ну, типа, серьезно. Ну, то есть, другое дело, понятное, что это, скорее всего, правила были до этого написаны, но это же даже не книжка, это журнал. Типа, вы там, что ли, не могли поправить? Ну, то есть... как-то печально. И, естественно, хрен вам не релики, хрен вам они ничего вообще. И летания, которые дали, это просто марские летания. Вот и все. То есть, по сути, у них это 4 листа, это грусть печаль, потому что 2 листа это стратегемы, которые просто вот стратегемы этих, как их зовут? Шмаринов?
Да, Space Marine. Летание, одна страница, которая летание из Space Marine. И одна страница типа общих правил, которые на самом деле дублируют опять заново все, что было там у Маров. Типа всяких этих атак на Черже и прочее, прочее, прочее. Ну, короче, грусть какая-то, печаль. Я не знаю, почему вот так вдруг Death Watch обошли по-хорошему, если так подумать. Даже на примере можно сказать, что ладно, они могут считать, что Death Watch маленькая фракция, и там не надо выдавать там отдельные правила в книжке какой-то. Но, вон, посмотрите, пример, выходили в том же White Dwarf расширенные правила на Арлекинов и на Инквизицию. Да, они все равно маленькие достаточно там были правила, но они именно получили расширение правил и новые правила, новые стратегемы, которых никто не видел, там Warlord 3 у этих, у инквизиторов. Death Watch вообще какое-то говно дали. Я не понимаю вообще, вот, типа, почему. Могли есть, просто типа, список литературы дать для изучения, типа, вот, это смотрите там, это здесь. Ну да, да, вот, то есть это фактически вот это и значит. То есть, я на самом деле не понимаю, просто совсем на как бы на похрен это сделано было. Ну, наверное, один из самых. Да нет, это самый худший релиз по правилам, который был. То есть даже возьмем те же Psychic Awakening, там невзрачные какие-нибудь, типа этих, как их зовут у нас, Эльдары, типа новые, mm-hmm. которые у нас сейчас, которые в кучу все слились там, как они называются, Денис? Инари, вот, Инари. Релизы Инарей, у них, ну, очевидно, одни из самых слабых правил вообще, которые дали в Psychic Awakening. Но при этом даже они смотрятся хотя бы интереснее просто, чем то, что дали этим. Это все равно, что вот взяли Инари и сказали, такие, Инари, вот вам стратегема, значит, скорость Эйдара, используйте ее, все, больше вам ничего не дадим. То есть, как говорит, да. И тут на этом фоне я бы занервничал за любителей Арлекин, которым как бы, ну, сказали, что, как и Death Watch, они не получат нормальных расширений правил. И если им вот дадут то же самое, это, конечно, печально будет. Но, с другой стороны, мне кажется, Арлекин защищает хотя бы то, что Арлекинам неоткуда высасывать вот эти вот, типа, стратегемы, например, те же там летания, как у Маров. И Арлекинам, наверное, придется ГВ все-таки какие-то именно хоть чуть-чуть поинтереснее правила придумать поновее. А может и нет, кто их знает. Ну, вы прослушали плач по Вочу от Михаила. Угу. Чем канал наш и известен. Далее, люблю, мои друзья, поплакать. Новости Некромунды. Целых две новых минки. Во-первых, это секси Rogue Dog, медики-наемники, подуля, которые, значит, могут между миссиями подлатать ваших парней. Очень понравился арт, такая с татуировочкой. Жалко, у нее, значит, нету на минке самой этих татушечек. Как-то художник здесь не очень сработал. Но, тем не менее, офигительная миничка. Прям что-то даже в Некромунду захотелось играть. Что-то какая-то стрёмная, я не знаю. Да ладно, она даже актуальная, прям она в этой самой в масочке там бегает. Я тоже так хочу. То есть, ко мне подходит кто-то ближе 2 метров, там, типа, не соблюдая дистанцию, херакс его из парализатора. Давай, до свидания. Ну, предположим. Просто мне, знаешь, Михаил, мне нравится, когда у женщин достаточно такой тяжелый низ получается, да, там, то есть она комбинезон сняла, там у нее такие боты военные, а сверху у нее такой голый животик, топик такой, значит, прям. О. Но она все равно какая-то стрёмная. Ну, типа, да, ну, типа, это, знаешь, не знаю. Ну, одень топик на Максима, Денис, я не знаю, и вот что из этого получится. Вы поняли, да? Как у Михаила мысли работают. Ладно. И лукауты персонализированные. Это чуваки, которые, значит, там стоят на районе и следят, чтобы никто не пришел. Если у девчонки есть что обсуждать, то, в принципе, здесь, ну, просто какой-то хмурый парень. Плюс новые оружия для банды Эшер. Бежит к каким-то дробовиком. Ну и, понятно, дробовик. Отлично можно бороться с зомбиями, если ты попал куда-нибудь там в третью часть известного фильма. Но в ближайшее время предлагается расширенный набор. Там и какая-то плазма-пушка у них. Гранатомет, очевидно. Холодное оружие, наборчик. Пока присутствует только в рендерах. Но вот, типа, если вы собираете этих девчонок панкуш, у вас хорошие новости на районе. И на этом у нас заканчивается, собственно, часть про релизики. Обсуждаем новости мертвого комьюнити. Как там клубы? Какие-то вообще информации есть, они что-то отсвечивают или нет? Я не помню, чтобы у меня в ленте в последнее время что-то было.
Ну да, по-моему, никто ничего не пишет. Ну, то есть, очевидно, сейчас новостей там о каких-то турнирах никаких не должно быть. Но, по-моему, и новостей о том, что там в состоянии клубов, там, как они там финансовые, у них там проблемы как-то решились или нет, потому что там с арендой и прочим. Вроде пока никто ничего не говорил. Вот. У нас было запланировано на 19 число парник, ну как парник, парная битва 2 на 2. Андрей, тот самый Журавлев, с Андреем тем самым Крейзом, Варкрейзом, угу, против меня и Михаила. Значит, блады против хаоситов, кровь и все вот это вот. Вечером как раз 19 числа мне Андрей присылает. Ну, я собираюсь, иду. Я такой, нельзя было ставить датой нашей партии праздник конца 9 казней египетских. Вот. Угу. Это была ошибка ужасающая, мы сами поняли только сейчас это. Ну, просто этот праздник постоянно ездит, и мы забыли проследить, когда там что. Вот, то есть, короче, единственный, кто действует, продюсер, за что ему огромное спасибо, работает там в поте лица, ждите репортики, как я замучился матюки эти все выслушивать, и так или иначе он какой-нибудь пропустит потом на монтаже. А там репорт на час какой-нибудь. Вот. Ну, в общем, ждем, друзья мои. Пока непонятно, все еще кривая заражаемости пока идет в горочку. На момент записи там что-то плюс 3000, что ли, в России. 4. Новых случаев. И надо понимать, что тот же график в Америке, он такой, как горки русские как раз. Если мы пройдем пик, угу, не факт, что потом типа у нас пойдет все в минуса. Поэтому пока сидим опять же ровно, жуем там эти самые запасы старые, гречки, туалетной бумаги. Я расчехлил последний 9-зарядный рулон. Вот, и готов обсираться по-детски. Девчонки мои дома сходят немножко с ума. Я человек к заточению более привыкший. Собственно, там мало чего поменялось. Просто, типа, вот, сидишь, работаешь. Даже в целом я так... такая шальная мысль. Идеальный мир спейсмена лет 20 назад. Все время сидишь дома за компом, а когда выходишь на улицу, народу нет. Ну, такой себе, короче. Не так я себе это представлял. Не такой ценой, короче. Не в 40 лет, Денис. Да. С нашим каналом. Что можем вам интересно рассказать? Расписание на эту неделю на TFE Premium. У нас сначала репорт от продюсера. Потом новая рубрика от... Ну, как новая... Старая. Вова решил почитать книги по крысам в АОСе. Я думал, это было неизбежно. И он прям такой, какая классная книга! Я, если честно, не знаю, возможно. Ну, то есть, он тут несколько необъективен, вы должны понимать. Но, возможно, действительно, книжка хорошая. Потому что, ну, если как бы авторы, люди не могут правильно описать полубогов бессмертных в Саракете, то очевидно, что как бы психологию крыс это вообще изи просто берется. А если книжку тоже писали крысы, Денис? Сколько это как крыс, чтобы написать книжку? Помню, читал обзоры по Warcraft первым, где писали, ну, орков, похоже, озвучивали орки. You have tasted victory, and the craving for more is upon you. Так, паста, 10-й выпуск. И... Это уже будет потреб, надо сказать. Да, потреб. Конечно. И репорт еще один от продюсера. Или от Вовы. Черт побери, я запутался. Там их некоторое количество еще есть. В общем, мы это ворочаемся в наших запасах, и репортики, как видите, даже, собственно, на самоизоляции у нас есть. А я тем временем изучаю замечательную книжку «Индекс Астартес Апокрифа», где куча классных вещей. Например, замечательные ультрамарины. 13-й. Причем забавно, там везде типа Legion Astartes, но при этом все чаптеры, легионов нет. Вот, мы с Михаилом кекнули с того, что... Михаил, расскажи эту историю. Кек про то, что ультрамарины — это, внимание, орден третьего основания. После ереси организован. Да, после ереси, при этом их номер им присвоен от хаоситов, которых выгнали в очко ужаса.
И им такие, типа, ну, нате, вот, донашивайте за ними 13-й номер свой. И более того, геносперма, геносперма именно, в 88-м году еще геносперма, использована была как раз от этих хаоситов. Вы поняли? А главный вибрарий у них наполовину эльдар. Ну, как бы в 80-е можно было спокойно пойти чпокнуть эльдарку, и тебе за это ничего бы не было. Друзья мои, эту вах мы потеряли, к сожалению. Вот, этот обзорчик, который я еще не знаю, насколько будет частей разбит, а разбит, скорее всего, будет, потому что я буквально сделал чуть-чуть из него, а у меня уже часовой видос. Там очень много забавного, смешного и клевого, куча картинок классных. Ждите обязательно, прям я кайфую. Единственное, немножко, если каждый день этим заниматься, надо на что-то перебиться. Устаешь. Вот, Михаил, как у вас там в Майами-Бич? Ну, в Майами-Бич я сейчас как минимум два хоббийных ролика по пасти еще в производстве. Плюс по Тау в производстве, правда, батреп. И еще по... Что у нас там еще? А, и по ДГ. Собираю ДГ следующий, ну, кусок, ту часть, которую я должен снять в производстве. Хочу. Вот. У меня, на самом деле, это работа по самые помидоры. Меня уже что-то болевать начинает от этого, от мини-сборки и все такое. Вот здесь все-таки осознаешь, да, что периодически нужно выезжать куда-то в свет, там, и, ну, что-то, типа, там, не знаю, посмотреть на людей, там, кому-нибудь плюнуть в лицо, там, возможно, фильмец посмотреть с какими-то смеющимися и рыгающимися, рыгающими подростками, вот. Вот съесть фубо. Фубо. Зачем я вспомнил? О, фубо. А я делал дома тут уже фубо, Денис, прикинь. И сделал. Прикольно, кстати, получилось. Все, везет тебе. Ну, у меня жена, в принципе, тоже балует всякими вещами. Но фубо, знаешь, большую кастрюлю по-хорошему там, да, что там немного говорить. Вот Михаил мастер, да. Вот, а моя жена сегодня, наверное, беляшков мне нафигачит. Беляшей хотел. Неплохо. Прям хотел. Неплохо. Да. Друзья, я, на самом деле, женитесь, сегодня, это даже, полезно. Знаешь, сделаю. Что? Я сегодня, знаешь, что даже сделаю, Денис? Я сегодня возьму, вот мы закончим снимать новости, и пойду и вот на гамак на улице лягу и буду качаться на гамаке просто. Вот, друзья, представляете, вот что вот может. Вообще, Михаил, он совершенно ни в чем себе не отказывает. Прошел месяц с того, как мы запустили Boosty. Как вы помните, это у нас был тестовый прогон. И, судя по всему, идет хорошо. Потому что у нас там под 160 сейчас подписчиков. Это вместе с премом старым. Какая-то часть подписчиков перешла на Boosty. Потому что там, ну, типа автоматизация. Не надо помнить, что надо подписку продлять и так далее. При этом самое главное для них проблема отсутствует. Потому что на Boosty нету рубрикатора, по сути, старых видосов. Там есть список. Список разделенный, типа вот там паста, идет список роликов. В ВК это папочки с красивыми превьюшками и прочее. Вот, так как они все это уже смотрели, для них это минусом не является, просто типа автоматически продлевается. Вот, сейчас как раз идет главный момент, то, что люди продлевают подписку, и судя по тому, что они это делают, все работает нормально. Мы... Ну, у меня продлилась подписка. Я такой сижу посреди ночи, мне такой, блянк, да. Что такое произошло? О, деньги. Вот, видите, то есть вот это главная проблема, что у нас в ВК все время там люди забывали, мне приходилось там за этим следить, здесь отсутствует. Собственно, для чего мы Boosty, в принципе, к нему и пришли. И как бы что еще? Мы думали долго, мы точно знаем, что есть люди, которые готовы нас поддержать больше, чем вот там типа 300-350 рублей в месяц. Было предложение, в принципе, какую-то такую подписку сделать, там, голубой кит. Но мне немножко претило, что она, по сути, ну, ничем не является, кроме того, что человек чувствует себя крутым. Но так как у нас есть... спонсорство на Ютубе, где мы выкладываем ролики закадровые. Каждую среду, например, я типа статус апдейт там рассказываю, что как мы работаем. Там Вова выкладывает, что у него там происходит в студии. Я от Михаила жду ролик, когда он там подснимет студию Miami Beach нашел. Записали ролик, но не получилось с ним. Техническая проблема возникла. Да, вот. Я решил просто это соединить в одном месте в Boosty. То есть, типа, подписку прибавил... спонсорство, и это можно теперь все ролики смотреть в Boosty.
Собственно, там появилась вторая подписочка, на нее можно апгрейднуться. Но это именно для тех, кто хочет поддержать больше. Там не как бы наши образующие ролики все, а именно вот это вот закулисье. Если вам именно хочется как-то канал больше поддержать и вот посмотреть, что там происходит с пацанами, где мы обычные совершенно люди, что-то там рассказываем, как мы работаем с этими всеми проблемами и прочим, вот тогда подпишитесь. А так, ничего не пропустите, если подписываться особо-то и не будете. Вот. Бусти работает, поэтому будем дальше смотреть, как все это... Я надеюсь, что наши изменения в ближайшем... Ну, которые мы попросили сделать, в ближайшее время будет сделан рубрикатор там и прочее. Угу. Вот такие дела на данный момент, друзья. Увидимся через недельку. Я надеюсь, новости какие-то будут интересные. Все-таки, несмотря на то, что ГВ пока, скорее всего, берет информационную паузу. Но опять же, у нас что-то происходит, у вас что-то происходит. Может, там в мире что-то интересное произойдет. Черт его знает. Обсудим. В любом случае, наши недельные новости никуда не деваются. Живы будем, не помрем. Берегите себя, свои минчики. Сраное в говнище. Это, чтобы вы понимали, люди... Все, что вы сейчас посмотрели, это был второй дубль, потому что на первом дубле отвалилась моя камера просто от сети. Вот. Замечательные китайские... что это? Адаптер сети, по идее. Адаптер сети. Вот. Я его что, я залил клеем, его с клеем-пистолетом, все равно микро какой-то люфт есть. Вот просто я сижу, у меня кран гаснет. Я такой, бля, мы уже записали половину выпуска. Ну, где-то минут 30. Ладно. Давайте сделаем все красиво и по новой. Ты лайк поставил и подпишись.